21 июня. Вышел на крышу. Я, кстати, давно здесь не был, потому что с тех пор, как стало можно гулять, ходить по улицам разрешили, я сюда не поднимался. И сегодня 21, а сегодня должно быть у нас, то есть оно будет, затмение, солнечное затмение. Оно здесь должно наблюдаться в нашем районе. Но, к сожалению, видите, какая погода. Солнца нет, пасмурно сегодня, тучи, облака. Поэтому мы, наверное, к сожалению, не увидим затмение. Может, мы его как-то почувствуем. Может, станет темнее или изменится освещение, или какая-то энергетика там поменяется в атмосфере. Но, наверное, мы его не увидим. Потому что вот я сейчас смотрю на небо и... предполагаю, что сегодня вот так вот будет весь день, друзья. Все-таки не совсем у нас облачно. И мы увидим все-таки с вами затмение, друзья. Оно уже началось. Вот такое странное освещение. Такое же освещение, характерное для затмения, было в январе, когда мы наблюдали затмение в Ауравиле. Вот так же было. Какой-то такой странный мрачноватый свет от солнца. Все, вся местность освещена вот таким странным тускловатым светом. Где-то через полчаса будет максимум этого затмения, друзья. Солнце сейчас в зените. Чтобы его увидеть, мне нужно поднять голову так вертикально вверх. Да, друзья, классно, удалось все-таки снять солнечное затмение. Вот сейчас оно еще продолжается. Тучи от нас скрыли это явление уникальное. Хотя вот еще видно серпик. Да, вот сейчас еще видно. Тучи играют роль фильтра. Очень классно. Даже не нужно ничем закрывать объектив камеры. Но вот сейчас... облачный покров уплотняется, друзья, и солнце пропадает из вида уже. Да,
уже плохо видно, но я успел заснять хорошо, в хорошем качестве. Сразу стало так прохладно у нас здесь. Даже когда солнце не было закрыто тучами, и мы видели только его корону вот эту, то было уже прохладно здесь, на крыше. Несмотря на то, что сейчас июнь, самый жаркий месяц. Видите, друзья, на реке люди принимают омовение во время затмения. Купаются. Все, практически ничего не видно уже из-за облаков. И, наверное, я пойду к себе вниз в комнату проявлять пленки. То есть скидывать видео на компьютер. Затмение еще продолжается и будет еще, наверное, час, но уже ничего не видно.